Ачи-чи-чи-мага. Ачи-чи-чи-мага. Мага. Только в детстве так непосредственно можно молоть всякую чушь. Этим и воспользовались организаторы праздника. Все присутствующие за несколько секунд помолодели сразу на несколько лет. А дети еще раз ощутили атмосферу праздника. Именно эту цель преследовали организаторы акции. Устроить большой праздник на площади Советов для того, чтобы взрослые могли вместе с детьми вспомнить, что такое детство и как это было вообще у нас в детстве. То есть поиграть в дворовые игры, какие-то различные фишки такие, да, скажем, с детства, типа мыльных пузырей. Ну, мы все дружно подхватили эту идею, и вот она воплотилась сегодня у нас здесь на площади Советов. Поскакать в классике, почудить с ведущими, поиграть с воздушными шарами. Все было сделано для того, чтобы горожане стали хотя бы на час счастливее. Вам понравился праздник? Да. А что больше всего вам запомнилось сегодня? 5000 шариков и конкурсы. Больше всего какой конкурс понравился? С велосипедами. С велосипедами, да, что было делать? Проехать по восьмерке. Прыжок через веревочки, белочки, орешки. На мыльные пузыри. Очень понравился. Правда, мы как бы с ребенком там сильно не смотрели, где там, какие ассоциации. Ну, в общем и целом очень понравился. Побольше будет таких праздников. Погрузились на час детства. Погрузился, да. Вместе с ребенком погрузился. Сразу как-то и весело на душе, и хорошо. Шарики бесплатно. Ну, конкурсы интересные. Классики, детство вспомнилось сразу. Многие ожидали, что шары запустят в небо, но организаторы праздника решили не загружать дворников дополнительной работой, ведь всем хочется праздника жизни. Поэтому в конце акции воздушные шары получили все ее участники. Анастасия Лисова, Елизавета Лисова, Алдар Дамбаев, Первая альтернативная.